Волейбольный клуб «Ярославич» начал подготовку к регулярному чемпионату России в Суперлиге. Наш клуб не входит в число топовых команд, но соперникам, особенно на своей площадке, «Ярославич» расслабляться не дает. Участие нашей команды в полуфинале Кубки России в этом году тому подтверждение. 18 октября «Ярославич» проведет в спорткомплексе «Атлант» открытую тренировку. Болельщики смогут посмотреть на мастерство наших волейболистов. Напомним, что возглавляет «Ярославич» болгарский специалист Николай Желясков. Для него это первый сезон в российской мужской суперлиге. Старт Ярославича в чемпионате 27 октября. В этот день на выезде он играет с новосибирским «Локомотивом». Стартует первая игра чемпионата России, в которой команда, в принципе, подошла в достаточно неплохой форме, да, если только не брать травму, к сожалению, Александра Соколова и Кая Ван Дика. Но если по Ван Дику он уже сможет принять участие в первой игре с Новосибирском, то участие Александра Соколова, оно сейчас под вопросом. Он проходит все дополнительные обследования. Хотелось бы пригласить болельщиков на открытую игровую тренировку, которая состоится в 18 часов в спорткомплексе «Атлант», где могут посмотреть, как ребята работают, что они делают. Практически все будут на площадке.